Многие из нас ведут себя так, как будто собираются жить вечно. Мы откладываем то, что в глубине души знаем, что должны сделать. Идти за нашими мечтами, говорить тем, кого мы любим, что мы действительно чувствуем, пойти на этот курс, не идти на эту работу. Мы забываем, что нет никаких гарантий следующего года, следующего месяца или даже завтрашнего дня. Мы забываем, что даже самые длинные жизни пролетают так быстро. Мы часто сдаемся, соглашаемся на меньше, чем знаем, чего стоим, все время зная, как коротка жизнь. Даже если мы знаем, как коротка жизнь, мы едва живем, пока мы живы. Для большинства людей, когда их сердце перестанет биться, это будет простой формальностью. Правда в том, что однажды все это закончится. Это одна из очень немногих гарантий, которые у нас есть в жизни. Однажды все это закончится. Когда вы начинаете каждое утро с этой мыслью в уме, ваша жизнь становится полноценной, потому что теперь вы можете освободить всю свою жизнь от страха. Страх неудачи, страх быть отвергнутым, страх перед чем угодно. Это не рецепт стать безрассудным или беспечным. Скорее, это разрешение идти за своей мечтой, отстаивать то, во что вы верите, любить больше и жить больше. Это осознание того, что каждое мгновение, проведенное на этой земле, является частью наследия, которое вы оставляете после себя. Имея это в виду, вы можете выбрать доброту вместо того, чтобы быть правым. Выбрать трудную, но полезную задачу, а не легкую и бессмысленную. Решить помочь другому вместо себя. Решить стать тем человеком, которого вы хотите запомнить. Начнем прямо сейчас. Стив Джобс говорил, что смерть – это лучшее изобретение жизни. Он говорил, помнить, что ты умрешь, это лучший способ избежать ловушки, думая, что тебе есть что терять. Вы уже обнажены. Нет причин не следовать зову своего сердца. И он был прав. Он был совершенно прав. Вам нечего терять. Живым из жизни не выбраться, так что живите сейчас, полной жизнью. Идите за своими мечтами и делайте это со страстью. Никакого стресса. Живите этим днем так, как будто ваши дни сочтены. Потому что так оно и есть. Это не то, чего стоит бояться. Это то, что нужно лелеять. Что, если это был твой последний день? Вы были бы довольны своей жизнью, если бы завтра все закончилось. Вы отдали все свои силы. Вы отдали себе должное.